Друзья, всем привет, всем привет! Мы на канале «Пиратская жизнь». С вами Нина и Вовчик, как всегда. В общем, у нас сегодня вкусный такой обед. У нас вот такая вот яишенка с сосиськами. Какой обед, если завтрак? Вот, ну да, завтрак, обед. Вот здесь овощи. К Вовану улетели. Фрукты, сладкое. И у меня вот такая вот вместо каши. Вот такая штучка. Каша. Да. Рисовая. Рисовая каша. В общем, всем приятного аппетита и хорошего настроения. Даже. Все, всем всего холесего. Так, на, чай размешивай. Так, в общем, нам здесь до 6 часов почти тусоваться. Я думаю, нет смысла куда-то сейчас идти. Сейчас, наверное, пойдем покупаемся. Я вот что думаю. Надо пойти покупаться. Вот, хочу в бассейн. Хочу как-то, знаете, чтобы усталость вся с меня сошла. После перелета, после всего вот этого. Так, вот у меня стикер айс, кстати говоря. Смотрите, вот так красиво. С белым и таким вот голубым рисом. Здесь у нас еще манго. И вот это у нас идет, получается, как кокосовый сок или что-то такое. Вот так поливаешь. Сгущенка какая-то. Типа да. Кокосовый. Ну, вкусная вот эта вещь. Многие уберут вместо каши. Рисовая каша с манго. Короче. Ну, не очень для русской карты. Да я что беру. Пробуем. Что у нас тут? Так, я вот это тоже хотела попробовать. Пока горячее. Вот съесть. Сосиски расторобайного, да? На 1,5 минуты в микроволновке. И все. Что-то плохо, конечно, жарить. Еще не тону. Пробуем. Было нормально. Сегодня вроде аппетит есть. Это уже хорошо. Уже что-то начало восстанавливаться. Что там смешно? Как это стоит? Кабан. Новый? Помидоры хотим. Питание уже порченые, что ли? Чесненькие такие. Ешь давай. Я? Вау, смотри тут. Я приеду. Да? Не я. Посолила, кстати. Чё, что надо? Чё, нашла соль? Да. Чё, думаешь, я не найду? Блин, надо здесь телек настроить. Чё, ты включал? Там стандартные программы. Стандартные? YouTube, Netflix, HBO. Как удобно, да? Какая есть YouTube. Который создает это такое. Apple. Apple TV. Да. HBO это где это? Дом дракона выходит. Блин, мы там одну пару серий не досмотрели. В чем там какой сериал? А. Про этот поезд там. Не смотрели. Надо его досмотреть. А кто там? Выпускает. По-моему, Netflix. Если не ошибаюсь. Ну здесь же все это на азиатском. На бентайском. Такое ощущение, как будто я у Ивана в тарелке ем, да? А я у тебя. Забираю, я не буду. А сейчас вот рисочку ем. Блин, жалко. Все равно будет вкуснее. Сейчас вот рис, он немножко после холодильника. Такой вот стал не очень. Поковыряют маленько. Стикерать. Вкусно. Прям с манго.
Не знаю, мне кажется, я за свою простоту очень много теряю. Я такой человек открытый, чересчур. Вот многие, знаете, хитрые, а я вот такая, знаете, вот некоторым людям, к которым, ну, как бы хорошо отношусь, я очень прям вот готова там прям все выдать. У меня почему-то не остается никаких козырей. И мне иногда кажется, что я слишком вот много всего лишнего говорю. Как думаешь? Слишком я это простая в этом плане. А некоторые люди пользуются моей добротой, что пытаюсь им помочь. Но некоторые потом не помнят добра, которым было оказано. Понимаете? Вот это вот обидно. Вот это на самом деле очень-очень обидно. Что вот стараешься что-то, объясняешь, рассказываешь. Есть такой момент. Нюанс. Но с другой стороны, я перед собой чиста. Я знаю, что я стараюсь помочь. А уж ценит человек мою помощь, не ценит. Ну, это уже его. Я в первую очередь помогаю для себя. То есть для своей совести. Вот так. А все остальное бабочка. Вот так. На мыши вслух. И трюса. Вот что-то загрузилось. Трюса пораньше. Вкусно, кстати. Этот рис, он хоть это и слипшись такой. И все вкусно. Ну, лучше, конечно, есть его именно вот только когда не приготовили. И с холодильником не очень. Там горячий. Угу. Ну, погреть надо было. Ну, не горячий. Ну, а что, я погрею манго, что ли, точно? Лучше. Что, ну, видишь, как он весь слипшийся. Сегодня такой жаркий день. Слушай, а там, по-моему, где басик, там, по-моему, как в тенечке, да, получается? Нет. Нет? Там часть только. Там от этой, от изгороди. Я вот думаю, сейчас это имеет смысл там мазаться и прочее. Басик еще идти. Всегда есть смысл мазаться. Угу. Да, там они к маме мазаться. Сейчас хочу все-таки басик сойти покупаться. На часочку. В заплыв. Мне голову проветрить. Я говорю, в последнее время что-то прям вообще что-то загрузилось. Отдых не отдых. Мысли не на отдых. К сожалению. Давай. Вкусняха. Сладость не буду. Ешь его сладко. Что-то я не хочу. Я в рисе нам только доем все. Что смешно? Высота. Стрю, как мы ехали. Вон дорогу эту. Видно. Так, главное сейчас это, чтобы график был нормальный. А то если мы сейчас катимся опять, будем там днем просыпаться, будет стрёмно. Я вообще хотела сегодня встать и поехать вообще на Калам. Потом дела образовались. На Калам пока отменяется. Ты еще рано. Я еще 3 дня не вышла. А что будет через 3 дня? Климатизация. А, прям резко так, да? Хуба, все.
тебя что-то не видно пока. А у меня уже. Чё? Так на цвета? Проходит. В ускоренном темпе. Голова наконец-то в ускоренном темпе. Не, у меня нормально всё. Я помню, когда у тебя акклиматизация была, когда мы были в этом. Где? На Пхукете. Вот, опять же, лишний раз подтверждает то, что лучше в такие, в азиатские страны ехать на подольше. Вот, потому что если вы приедете там на неделю, дня три можете только... В таких жарких странах, которые не... Климатизируются. Это климат более жаркий, чем у нас. Mm-hmm. Нужно пить воду, причем всегда именно воду. А там чай, кофе и прочее, это все не котируется, именно воду. Mm-hmm. Иначе обезвоживание ступит буквально, не заметьте как. А потом будете думать, а что это у меня такое, у меня тут болит, там болит. А это банально, обезвоживание уже. Mm-hmm. Что-то типа того. Как тогда говорил вот, врач, который здесь работает. Господи, он говорит, он поступает с чем? Правильно. Состояние алкогольного опьянения, легкого или среднего. И, естественно, никто не пьет воду. Mm-hmm. То есть организм просто-напросто обезвожен. Плюс это все усугубляет алкоголь. Чай, кофе, это все не котируется. Шейки там всякие и прочие фрукты тоже. Нужно пить воду мимо шейков. Короче, надо на рампойте. Купи там разных овощей. А вот это вот порнография, это какая-то фигня. Что-то они какие-то не очень. Я тебе говорю, надо на рампойте. Там хоть нормально, как друзей. Рампойте, джинс, снежак. Ну. Ой, что-то хочется углеводов. Испортились. Кто? На рынке, да. Тут как-то не лучше. Что у меня сегодня, да, завтрак, одни углеводы. Все с другой стороны. Хорошо вкусно. Белки что-то не хочу. А может где-нибудь в городе что-нибудь зацепим. Ну, в любом случае, сегодня в терминал собираемся. Вот. Там что-нибудь поедим. Арбуз. Нифига себе, он костлявый, а? Чересчур. Горько. Как удобно, например, салфетки, а? Раз и все. Здесь сколько? Не читала? Нормально, штук 100. Они 100, 120. Мне кажется, больше. 1200. Чего 1200? Или 135. Да, я это по цифрам просто ориентируюсь. Я просто вижу цифры, я не понимаю, сколько. 135 штук. Ну, 135. Да, 1200. Ну, короче, можешь не экономить. Не переживай. Это адрес. Дальше идет. 1200. Да? 135. Ой, господи. Вот это вот. Что-то доллар стал падать. Короче, знаете, три сирени счастья. Мы приехали, доллар был на пике, мы не меняли. Сейчас... Доллар начал падать. Ничего. Что, давайте еще что-нибудь сделаем. Он так-так падает. Давайте добьем меня. Он так-так не спад. Как сказал человечек. Ну, получается, взяли нам пики. Ладно, взяли, конечно. Не факт, нам еще нам может. Нет, смотри. Короче, сейчас сотится нелегко. Будешь? Возможно, но не факт. Что возможно? Ничего. Возможно.
следующей жизни. А, они там это делают, басик. Что, где? Они глубокие. Басик, да. Не, он не глубоко, он там стоит. И до верхушки не достает даже. Не глубоко. Пойдем купаться. Здесь просто деревня такая. Это местная тайская, да, вот видишь, вот несколько домов. Ну. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Короче, вовсе больше интересно, чем происходит. 15 домов. И тут басик один общий. Угу. Это, видимо, они скинулись и им делают басик. Может быть. Они же жить могут, они же даже. У них даже есть, а где тут? Как я видел, пул, вилла. Это с басиком, это помнишь, мы ходили сюда, около Ривьерта. Там была пол-вилла, и тайцы туда это семьями ездили, снимают. Там как типа домик и бассейн. Все, я наелся. Фактически съел фрукты. Одно яйцо. То есть я ничего... Одно сосище. Гляди, вот в последнее время я заметил, что на пляже никто не купается. Это я имею в виду из места. Фрукты. Надо вот. Дай. Только купаются наши. Турики. Прочее. Акулане-то купаются. Ну, на Акулане, да. А я имею в виду здесь. То есть местные не купаются. Угу. Вчера еще полвечера, короче, на ролики ему грузила. Так устала вообще, капец. Они именно снимают виллы с бассейна. 20 штук вчера загрузила. Представляете, 20 штук. То, что накопилось. Вчера, наверное, часа 4, наверное, сидела, вот так встала. Вечером отрубилась. Вскочила вчера. Часа 4, наверное, проспала. И все утро опять. Все куча проблем. Выгодно, куча забот. Чего? Конечно, не выгодно. Нарезанное, конечно, не. Это помнишь, куда брали? Целый арбуз. Сколько мы дали? 80. 80. Да, мы его почистили, там сколько вышло? 3 плашки таких. А тут одна за 50. Да. Так что берите целый арбуз лучше. Вам почистить его бесплатно. Да как же, всегда было. Да и даже манго. Даже если у них брать, все равно выгоднее будет. Даже если попросить, потом почистим вот эти нарезанные. Да. А если, например, взять на рынке, еще выгоднее будет. И самому почистить. На рынке еще дешевле будет. И арбуз, и манго. Ой, короче, не могу вставать. Вроде утро, а я уже устала. Потому что у меня утро началось уже часа 4 назад. Как-то так. Да, ладно, сейчас, короче, пойдем в басик. Немножко там поплаваем. Глядишь, это сойдет немножко. Усталость, да. А дальше прорвемся. И все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Все, увидимся сейчас. Пока-пока.